10 февраля прошло первое в этом году заседание антинаркотической комиссии Ленинского городского округа. В нем приняли участие глава муниципалитета, руководители структурных подразделений администрации, правоохранительных органов, медицинских и досуговых учреждений, депутаты и общественники. На заседании были подведены итоги работы антинаркотической комиссии за 2020 год и поставлены задачи на 2021. По данным МВД России по Ленинскому городскому округу за отчетный период было зарегистрировано 152 преступления по статье 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот наркотиков». Для сравнения, в 2019 году таких преступлений было 131. За активное участие в антинаркотической профилактической деятельности благодарственные письма главы получили 10 активистов – медики, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, руководители учреждений культуры и досуга. Благодарность главы Ленинского городского округа вручается Колывановой Ольге Николаевне. Среди награжденных – заведующая библиотекой поселка Развилка Ольга Колыванова. В ее учреждении ежемесячно вот уже несколько лет проходят антинаркотические мероприятия для школьников и студентов колледжа Московия. С ребятами беседуют медики, психологи и священнослужители.